Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, и это канал «Опыт Чудака». И сегодня я рассказываю про аквариум Сочи, который находится в Кудевсе. Лично мы ездили туда из Адлера элементарно на автобус в сторону Сочи садишься, спрашиваешь у водителя, идет ли до Кудевсы автобус. Ну и, как правило, большинство автобусов идут, и водители сообщают, где выйти. Сразу скажу, аквариум небольшой, довольно скромных размеров. Дети до 6 лет бесплатно, что приятно. Заставка пошла. Вот смотри, какой красивый. Ой, тюлень крыла, тоже тюлень. О, красивый. Ой, какой красивый тюлень, Ксюша. Он как он плавает? Как рыбка, да? Как рыбка плавает. Как рыбка плавает. Вот с той стороны подойди, там морду видно хорошо, наверное. Ой, какой красивый, какие глазки-то красивые, да, у тюленя? Нельзя туда, доча. Нельзя. Тюлень, да. Ой, какой красивый, тюлень. А усики, видишь, какие усики? Усики у него растут, да. А глазки-то какие красивые, черные-черные глазки. Усики у Сенечка, ты ее к морде-то подведи. Он на тебя смотрит глазками. Она с ним играет. Ну как может водичку? Ксюша любит водичку? Не может любить водичку. Посмотри, какой пингвинчик!
Если сравнивать данный аквариум, например, с адлеровским океанариумом, ну тут сравнения никакого нет, потому что аквариум в Кубепсе это отчасти террариум, и самое интересное — это все-таки морские животные. А в океанариуме в основном рыбы. Животных я не помню, чтобы мы видели в океанариуме. Океанариум огромный, там действительно можно погулять, тоже много интересного, все красиво. То аквариум в Кубепсе довольно скромное заведение, но занимательное. И если ребенок у вас небольшой, как вот у нас была дочка совсем маленькая, то она не успевает устать, в принципе, ей интересно от начала до конца экскурсии. Вот времени много экскурсии не занимает, потому что аквариум совсем небольшой. Если вы любите и ваш ребенок любит животных, то вам понравится. Если же просто вам нужно развлечение, то, ну, может быть, вам скучновато покажется и маловато зрелищ, потому что небольшой аквариум и довольно темненькое такое помещение, и животных довольно немного, но они милые, красивые и добрые. Также в океанариуме живет бегемот, мы видели, как его моют, это занимательный процесс. Также есть несколько крокодилов, тоже почему-то я их не заснял, но если кому-то интересно, то крокодилы там присутствуют, причем там есть и молодые крокодилы, и взрослый крокодил, там, которому уже очень много лет. Начинает что-то как будто бы бормотать. Бакс. И ты такой,
девочка? Где она? Вон она убежала. Где она? Где она? Не вижу. Потерял, скажи. Я потеряла ее. Где она? Ой, вот она, вот она. Посмотрите, она с тобой разговаривает. Сенька. Ксюша. Ксюша. Ой, скажи, боюсь такой большой плавать. Ой, там танцует, смотри. Ой, она девочка, мальчик. Опять, смотри, дочек, смотри, тебе. Вот прям к ребенку. Вот с тобой общается. Позови ручкой, позови, скажи, иди ко мне, вот сюда иди. Иди к нам, позови ручкой. Ого. Позови ручкой, смотри, как он с тобой общается. Ты же, ну-ка, иди ко мне, позови ручку. Ну-ка, смотри, как он с тобой играет. В догонялки буквально играет. Ой, какой красивый! Ой, какой красавец! Ксения! Иди вот сюда к стеклышку, подойди. Смотри, вон еще девочка там пришла. Обожаю. Если вам было полезно это видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Я знаю многое в городе Сочи. Я объездил большинство стандартных экскурсий, которые предлагаются в стандартных киосках, которые на каждом углу. Если вы не знаете, куда съездить, то, в принципе, я могу вам посоветовать, куда можно удачно скататься, ну а куда можно не ездить и какое место можно обойти стороной. Отдых с детьми и отдых просто шумной компанией. Могу рассказать, куда чего сходить. До встречи, друзья, в новых видео. Меня зовут Кузнецов Сергей, опыт чудака. И я верю, что все будет хорошо, по крайней мере, когда-нибудь.